Раз. Добрый день. Проверка качества звука. Все. Я себя слышу с телефона. Итак, добрый день, дамы и господа. С вами очередной средний стрим. Средний от слова среда. Да, и в том числе от того, что это средний день в неделе. С вами, как обычно, Геннадий. Геннадий, play with me. Вот, смотрим в чатике у нас. Да, иллюзия нас слышит, это очень хорошо. Вот, хотелось бы, чтобы помимо иллюзии нас слышали еще кто-нибудь. Стремлер преисполнился, запустил стрим на минуту раньше. Да, если это действительно так, то это супер классно, потому что я думал, что я запустил именно вовремя. Так, сейчас. Итак, дамы и господа, экзотанкисты и экзотанкистки, сегодня у нас непростой день, сегодня у нас небольшой квестик, о котором вам непосредственно расскажет расскажет непосредственно Янина. А что мы будем делать на этом квесте, это отвечать на вопросики. Мистер Эверест Танки Онлайн, добрый вечер. Все, теперь я вижу ваши сообщения с телефона. До этого я их не видел, сейчас я их стал видеть. Итак, прежде чем начать сегодняшний день, я лично мой план какой, да? Я специально подождал с понедельника, не выполнял задания. Вот, теперь смотрите, у меня появилось все три задания. Опа! Задание у меня теперь сыграйте три игры. Очень сложное задание. Самое сложное задание из всех заданий, которые я когда-либо видел. Ну, наверное, нам придется прям очень сильно постараться, чтобы его выполнить. Да. И, как обычно, опять же, чтобы не нарушать традиции, мы должны... А, мистер Денис, Exotanks Movie, добрый вечер, да? Чтобы не нарушать традиции, опять же, мы должны с вами вспомнить, да, что сегодня необычный день. У нас никогда с вами не бывает обычных дней, да? А сегодня у нас 23 декабря, среда. Вот. И сегодня празднуется День человеческого света, уже 19 лет подряд, да? А также празднуется Всемирный день сноубординга. Если есть в чатике любители сноуборда, либо других, знаете, зимних видов спорта, то я вам сразу же респектую, ибо потому что я так не умею. Помимо этого, в России празднуется День дальней авиации, военных, воздушных сил Российской Федерации. Да, и самое интересное, да? Помимо вот этих всех праздников, также уже в другом полушарии, а именно в Индии, празднуется День фермера. Так что если вы мистер фермер или фермерка, да, или просто мисс фермер из Индии, то я вам очень-очень завидую, потому что уверен, у вас жизнь не такая скучная, как у всех у нас. Быть фермером — это всегда интересно, да, вот. Потому что сейчас у вас теплое время суток и теплое время года, прошу прощения, говорился, и у вас сегодня праздник. Поэтому всех поздравили, и, наверное, мы пойдем уже играть. Давайте стартанем, разыгровочку сделаем. Опа, смотрите-ка, вот они, хорошенькие мои. Что там нет? Давайте дракошу брать, да? Без дракош. А, мистер Бланка, 26. Мистер Ригус, я вас помню. Добрый вечер. Готовы к рождественскому квесту. Кто первый напишет верный ответ, получит приятный подарок. Важно, принимается не больше двух верных ответов. Угу. И нужно обязательно указывать игровой никнейм. Все правильно, все верно, да. Вопрос такой, иллюзия. Можно ли мне после... Можно ли мне одновременно участвовать, да? Или я свои предположения, варианты ответов буду говорить во время стрима, да? Но уже как не участник конкурса. А когда он, допустим, пройдет, уже все, больше принимать нельзя. Я бы тогда высказал свое мнение, вот примерно так. Можно, да, или нельзя? Опачки, уже все стартанулось, все уже едет. Уже 3 минуты игры, а мы уже выигрываем. Какая же интересная игра такая, а? Так, мистер Денис, вот он, мой друг. Кто еще у меня в команде? Можно говорить? Хорошо. Подождите, смотрите, у меня оранжевеньким У меня, короче, все игроки выделены немножечко оранжевеньким и немножечко синеньким. Это в чем разница? Кто шарит? Guys, вот смотрите, мой никнейм оранжевый. И IllnessXJ. Нет, IllnessXG. Тоже оранжевенький.
Мистер Бланк и мистер Деннис синенькие. Странно, странно. Поехали мы с вами катать на нашем, видите, танчике. Оранжевеньком, таком вот мандариновом танчике. Потому что скоро Новый год, и все любят мандаринки. Вот, когда я смотрю на оранжевый свет, я сразу же... У меня такие, знаете, ассоциации возникают. О, мистер Мойс. Ой-ой-ой-ой-ой. Там на каком-то английском языке что-то было написано. Я могу перевести, кстати, если хотите. Так, поджигаем. Там вот этот мистер Мойс, конечно, хилится прямо. Очень хорошо хилится. Надо помогать союзнику. Давайте, мистер Бланка, я еду к вам. Будем вместе играть. Атакуем, атакуем. Давайте. Первый вопрос. Дамы и господа, первый вопрос. Внимание. В каком океане находится остров Рождества? Я не имею ни малейшего понятия. Но, когда вы уже что-нибудь свое расскажете, я сделаю предположение. Я, конечно, не знаю, но предположение я сделать готов. Наконец-то я апнул первый уровень. Точнее, второй уровень. Второй ранг. И я бы, наверное, взял восстанавливающее пламя пачки. Пока что только врубался в игру, а уже победил. Как хорошо. Ну что ж, ждем ваших предположений, наши дорогие зрители. В каком океане находится остров Рождества? Very interesting. Смотрите, как много мы получили очков. Мистер Мой спрашивает в индийском. Интересное предположение, мистер Мойс, а чем оно, вот как по-вашему, обусловлено? Так, давайте-ка еще... А, нет, не можем больше взять, да? Давайте возьмем тогда клиночка, будем клинком. Доброго вечерочка, Михаил 78, добрый вечер. Михаил думает, что это Тихий океан. Угу. Хорошее предположение. Вот я хочу послушать побольше предположений, потом сам бы свое бы сделал. Остров Рождества. Поблизости Рождество не отмечают. Поблизости Рождество не отмечают. Северный Ледовит. Ага, мистер Эверест. Мистер Эверест думает, что остров Рождества находится на Северном Ледовитом океане. Хм. Тоже, в принципе, логично, да? Рождество обычно отмечают... зимой, а зима это холодно, а холод это лед, а лед это снег, а снег это Северный Ледовитый океан. Вот такой примерно логический, знаете, логическую цепочку разбил мистер Геннадий на стремлере. Интересно. Мистер Лигус тоже думает, что это Тихий океан. Итак, смотрите, как хорошо, когда я вижу столько, столько знакомых лиц здесь. Вот он, и мистер Деннис, и Мойс, и вот Ильнес, и Эверест. И Бланк. Все свои, все тут, все готовы. А у меня, кстати, помните, я оставил на прошлом, позапрошлом стриме наклейку с чипом. Он, кстати, закончился. И теперь у меня, я теперь больше не чипирован. Я теперь зазвездился, получается. Стремлер зазвездился. Плюс в чат, если считаешь, что стремлер звезданулся. Либо поймал звезду. Вот, все. Вот она, красная звезда. Едем, едем. Я считаю, что... Давайте я тоже сделаю предположение, раз уж все уже сделали, да, вот я считаю, что остров Рождества должен находиться, ну, если логически подумать, да, там, где, скорее всего, это Рождество и произошло первое. Ведь Рождество же отмечают, да, вот еще Рождество, кто родился? Родился Иисус Христос. Где он родился? Он родился в месте, где сейчас находится Иерусалим. Если я все правильно понимаю, да? А какой ближайший океан к Иерусалиму? Вот я сейчас, знаете, без гугла не отвечу. Я вот честно не отвечу и не скажу вам. Поэтому, а так как я не хочу сейчас альтабаться, это вот моя логика такая была бы. Если бы я бы сейчас был бы с прямым доступом к интернету, я бы именно это сделал. Но отвечу я по-другому. Я считаю, что океан... Это вот, он находится в океане любви в наших сердцах, вот.
Вот такой мой ответ, оригинальный. Вопрос в том, что дадут ли мне за этот оригинальный ответ что-нибудь. Хотя бы какую-нибудь похвалу, знаете. Похвалят ли меня за оригинальность. Так, вот они. Вот они едут. Как хорошо играют-то. Так, на самом деле нужно уезжать отсюда, потому что слишком большое количество объектов, которые меня сейчас будут дамажить. И вставать желательно лицом. Нет, нет, мистер Шеп. Happens. Индийский океан. Так, кто первый ответил про Индийский океан? Мистер Мойс. Мне кажется, это был мистер Мойс, да. Молодец. Остров Рождества. Рождественский остров. Так, первый килл мы уже сделали и сразу же успели отъехать. Но мистер Диабло сделал уже 3. Это нехорошо, нехорошо, нужно захватывать точечки-то и не отдавать. Угу. Поеду-ка я на точку I. Бан. Кого банить вы собираетесь, мистер Лигус? Звучит. А значит, у нас чел АФКшит. А кто АФКшит? Подожди. Кто-то стоит на базе, да? Вот это нехорошо, конечно. Нехорошо, нехорошо. Мистер Бланко, Бланко слав. Стреляем, короче, в мистера Бланко. Да ты шо? Хорошо, хорошо, Мойс. А у нас, мы с тобой прям хорошо сыграли. Ты, как настоящий Тесла, убил вражескую Теслу. Прям нормас. И смотри, получается, мы с тобой братья, да? Ну, типа, у нас танки такие вот летающие. В одной серии. 0 урона по другой Тесле. А, так это бы тебя убили, Лигус. А вот... Да, смотри. Чтобы хорошо стрелять, попадать, нужно это, близко находиться к цели. Так, вот он. Вот, смотрите, он какой-то эффект... Да вы что такое? Подождите, откуда? А-а-а, меня получается, что одновременно вместе с мистером Диабло атаковал вражеский... Кто? А вражеский Ильнес, да? Или что это? Что это? Что это такое было сейчас? Расскажите мне. Так, а где у нас... Подождите, а я не вижу. У нас, по-моему, все игроки в бою. Никто не АФКшит. Последнее предупреждение, еще один мат. Будет очень длинный бан. Так, я вроде не видел этого мата. Сори, но я не вижу его. Наверное, так, это, наверное, хорошо. Да, дамы и господа, пожалуйста, не ругайтесь. Не материтесь. У нас такое вот сообщество. Знаете... Доброжелательное сообщество. Все мы здесь very friendly. We are all very friendly. Так, видим, что здесь кто-то нехороший поставил свою мину. Взрываться она вроде не должна. Если я правильно все воспринимаю, то эту мину поставил, скорее всего, вражеский дракон. Насколько помню, мина взрывается, если подъезжают 2 объекта вражеских. Угу. То есть вражеских для вражеского дракона, естественно. То есть, сейчас, ой-ой-ой, подождите. Я выстрелил, она взорвалась, получается. Ха-ха, лол. Я просто выстрелил, она взорвалась. Вот это да, вот это да. Вы знали, что можно взрывать вот эти вот мины? Я в другие мины, конечно, стрелял, они никогда не взрывались, но эта мина, в эту мину я не пробовал. Вот он, мистер Эверест, ставит свои. О, хорошо. Кто меня сзади атакует? Не атакуйте меня. Так. Эверест. Ой-ой-ой-ой-ой. Сразу два союзника в меня влетело вражеских. Нехорошие свои эти черты характера показывают. Нужно как-нибудь от них спрятаться. Вот, будем двигаться боком. И одновременно с этим обязательно очень важно стрелять
потому что пока вы стреляете, вы набираете свои ремонтные батареи. А ремонтные батареи — это всегда выживаемость. Ой, как же вы меня хорошо зажали вдвоем-то, а? Наверное, нужно стрелять Вильнеса, потому что он не хилится. Хорошо, 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 движемся. Если бы мой танк был чуть-чуть побыстрее, я бы, наверное, смог убежать даже. Но пока что убежать не получается. Ох, 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 ох. У меня какие-то смайлы показывают, то, что мистер Лигус написал какие-то смайлы. Какой незаменимый рождественский предмет подарил миру кондитер Том Смит? Опа, хороший, интересный вопрос. Опять же, альтабаться я не буду, поэтому ответить на него правильно я не смогу. Если у вас есть возможность, или вы знаете мистера Тома Смита, то, конечно же, отвечайте. Но я могу, опять же, предположить, после того, как вы предположите, что это может быть. Как хорошо играет враги. Вот этот мистер, получается, Ильнес XG очень страшный. Вот прямо, знаете, такое количество ассистов, по всем пострелял уже. Это прямо, да, это прямо нечто. Так, смотрим, смотрим. Вот он, мистер Бланко, выехал. Надо его там же встречать. Эверест. Эвереста расстреляю не или не расстреляю. Если прямо сейчас заеду в центр и стану тут. О, хорошо. Уничтожил, но тут мистер Эверест, конечно, крекер может быть. Да, мистер Мосс предполагает, что этот незаменимый кондитерский подарок — это именно крекер. А крекер, получается, он именно рождественский, разве? Да? То есть, я, конечно, хотел спросить, является ли крекер кондитерским изделием, но потом вспомнил, что, ну, типа, печенье — это же тоже кондитерские изделия, да? Хоть мы и, вот лично я все время это относил к хлебобулочным, но, может быть, это действительно кондитерское изделие. Хилиться, хилимся, живем. Нет, не успел. Меня практически убили, но мы хилились. Вы, кстати, видите? Вот, я сейчас вам покажу. Сейчас кое-что интересное покажу. Я пока что тут играл, кое-что заметил. И мне кажется, не все в дракончик ничего. А дракончик ничего так. Да, дракончик очень сильный танк. Вот, очень сильный танк. Вот, прям капец. Особенно, когда хилится. Смотрите, какое количество ассистов. 18 ассистов и 12 ассистов. Это прям вообще капец. Вот, сейчас вам покажу то, что я сейчас заметил. У клинка, оказывается, вот эта часть, это не просто какая-то, знаете, декоративная вещь. Вот это и есть те самые ремонтные батареи, которые заряжаются. Я вот когда пострелял, я посмотрел, и вот каждый выстрел, он наполняет вот эти вот батареи. Вот вы представляете? Пожалуйста, когда вы будете в следующий раз играть на этом танке, если он у вас, конечно, есть, обратите внимание, когда вы будете стрелять из основного орудия левой кнопкой мыши, у вас по одному будут наполняться эти, получается, ремонтные батареи желтым цветом. И когда вы будете использовать, они будут исчезать. Я все время не замечал, а сейчас как-то заметил. Хлопушки предполагают, что мистер Деннис и... Мойс добавляет, что они обязательно должны стрелять сахаром. Хлопушки, стреляющие сахаром. Вот, давайте еще раз клинка возьмем, и я вам сейчас покажу. Пожалуйста, обращайте внимание. Шагарган. А, ты хотел, наверное, написать шугарган, да? Шугар, как сахар. Ну, шугар тогда получается, это по-немецки. А по... Ой, фу, по-английски. А по-немецки это как цукер, цукер. Знаете, откуда я это вспомнил? Я вот знаю, что мистер Цукерберг, тот самый, который является владельцем компании Facebook и таких дочерних компаний, как Instagram и WhatsApp, у него фамилия Цукерберг. Знаете, сахарный берег. Вот. С немецкого переводится. Хлебнул водички для здоровья. Смотрите, вот.
прошу обратить внимание вот на вот эти батарейки. Их сейчас нет. Как только я начну стрелять, они будут набираться. Там вообще что-то такое лютое происходит. Надо помогать. Я еду. Мистер Гордон Фриман. Сейчас я и мистер Скерд. Так, все, я тут. Смотрите, вот я стреляю, и у меня набираются вот эти вот заряды. Это так круто. Я вот, сколько, смотрите, я, получается, стримлю больше 2 месяцев, и каждый стрим я для себя что-то нахожу новое. Разве это не великолепно? Ну вот, разве это не круто? То, что мы находим для себя новые вещи. Гена, поправлю. Зукерберг, сахарная гора, а не берег. Гора разве, да? Спасибо, кстати, что поправил, потому что я все время думал, что это берег. Но если гора, то это круто. Потому что гора гораздо лучше, да? Представьте, одно дело у вас сахарный берег, ну типа, разве там в берегу может быть много сахара, а вот в горе-то сахара-то, о, сколько! Очень много. Спасибо, спасибо. Я немец, ух ты, вот это круто. Круто-круто. А ты немец, потому что, ну, в смысле, изучал немецкий, да? Или ты как, знаешь, в бодибилдинге есть такой человек, Деннис Вульф. Вот, хотел спросить, не являешься ли ты случайно Деннисом Вульфом, который вроде наполовину, он как бы немец, но он и как бы россиянин, говорит по-русски. Да ты, господи, как много дэмэджа ты мне... дал. Это же просто невозможно. Ну, вражеский Диабло уже с первого килла первый уровень получил. Мне за 3 ассиста ничего не дали. Я, кстати, тоже уровень не апнул. Я по национальности, ну и учил немецкий. О, круто. Круто-круто. Но вопрос, ты мне так и не ответил. Ты случайно не Деннис Вульф? Просто есть очень крутой бодибилдер профессиональный. Денис Волков либо Деннис Вульф. И вот я про него, конечно, знаю. Нет, все, все. Не он. Ух, ну ладно. Если бы этим был бы ты, я бы тебе, знаешь, попросил отправить мне свой автограф. Окей. Все. Ну вот мы, кстати, о тебе и узнали подробности. А то все время я был, знаешь, какой-то скрытой личностью. Хотя на самом деле я мало про кого конкретно что-то знаю из игроков. Вот я знаю, что мистер Мойс это Андрей. Вот это я тоже знаю. Итак. Может быть сделаем хотя бы один килл? Было бы очень... Вылетело. Мистер Лигус... У мистер Лигуса вылетела игра. Что ж, я не знаю, что тебе посоветовать. Какие-то дропы. Наверное, тоже нужно написать иллюзии. То есть, мы всегда должны понимать, да, что если игра вылетает, то какая-то причина есть. Вот. Она... То есть, источником причины может быть много чего. Если... У меня все игры идут нормально. Вот, видишь, означает, что если все игры идут нормально, значит что-то конкретно с этой игрой, да? Давай ты поможешь нам, сообществу. Кроме... Да, ты поможешь сообществу. Тем, что... Найдешь источник проблемы. Угу. Итак. Видим. Смотрите, какой скин хороший. Интересный. Так, у меня, кстати, вопрос ко всем, да? Есть третий фраг, украли. Ой-ой-ой. У меня вопрос к чатику, да? Там вот был вопрос про... Иллюзия задавала. Есть ли у вас еще какие-то предположения? Если ни у кого предположений больше нет, у меня предположение есть. Да, вот я бы сейчас очень хотел сказать. Поэтому я вам даю время, чтобы вы высказали все свои предположения и имели больше шансов получить подарочек. Потому что у меня предположение прям хорошее.
я бы хотел его высказать. Если вы, допустим, в течение там минуты-полторы ничего не скажете, я, наверное, наверное, возьму на себя смелость, что ли, высказать это предположение. Вот так. Единиц, может быть. Стих придумал Лигус про игру. Если стих хороший, можешь написать в чат, я даже прочитаю. На самом деле, я помню, в стихах очень силен мистер КамАЗ. Вот он писал, по-моему, 3-4 стишья ну, здесь, на нашем стриме. Единец, думает мистер Мосс, теперь все, окей. Я понимаю, что больше никто не хочет делать предположение. Мне кажется, что раз уж речь идет о Рождестве, то, скорее всего, но я мое предложение, мое субъективное, я уверяю, что не занимался, не альтабался, ничего не искал. Мне кажется, что речь идет о конкретном рождественском леденце, палочке такой, знаете, такой в виде тростиночки, белой с красными полосами, и которая такая выгибается. Вот. Я думаю, что это именно этот подарочек. Опа! Первое задание выполнил. Сыграл 3 игры. Одну, по-моему, я проиграл, и 2 выиграл. Вот. Поехали дальше. О хлопушке речь была. Ну что ж, тот, кто написал про хлопушку, тот молодец. Играю в ЕТ. ЕТ раз 25 победил, а последние несколько секунд до победы обязательно вылетит. Вот. Стих. Нехороший стих. Здесь нету гармонии и нету рифмы. Что традиционно скрывается внутри сливочного рождественского пудинга? Кстати, хороший вопрос. Я не знаю, что. Потому что пудинг, как таковой, я никогда не ел. То есть, может быть, и ел, но я не подозревал, что это пудинг. Понимаете? Очень много таких слов, которые, вот, пудинг там... чизкейк, да. Лично в моем детстве таких слов не было. То есть мои родители ко мне вот чизкейк, мне даже если меня родители когда-нибудь кормили чизкейком, да, то они всегда говорили, что это торт. Да? Я никогда не знал, что это чизкейк, честно. Вот. И всю свою юность, я как всегда помню, я ел торты. Или торты. Вот. Поэтому пудинг, пудинг. Давайте вот про сухофрукты. Масло. Угу. Ну, смотрите. Масло. Очень логично. Сливочный же, да? Значит, масло. Да, можно еще предположить, что это сливки. Сливки. Я прочитал. Да, я прочитал твой стих. Я же даже вслух зачитал. Вот, видишь, я вслух зачитал. Игра обязательно выйдет. Вот последние несколько... Но проблема в том, что, Лигус, ты мало постарался, плохо поработал. Нужно любой стих... который интересен, как мы помним, субъективное ощущение, он должен соблюдать в себе ритм и рифму. Сделай как ритм и рифму, будет интересно. Сейчас у тебя получается белый стих, да? А если подумать и вспомнить, что я вредничаю? Да может быть орешки еще? Рафляный стих. Да, я понял, что у тебя игра любит вылетать. И на прошлом стриме ты это тоже говорил. Так вот, по поводу пудинга. Пишет, что, что это может быть либо сухофрукты, либо масло. Что еще это может быть? Давайте пишите свои варианты. Я бы сказал, что это сливки, потому что сливочные, да? Как бы логика... Ну, не знаю. Подождите, а вот этот след от кометы, он всегда был в игре? Вот этот вот след от кометы, господа. А еще там есть хитрость. Да, какая-то хитрость есть. Или этот след от кометы появился совсем недавно? Монеты, может быть. Как вам? Может, монеты? Знаете, если... как Гринч. Не хочешь... ну, Гринч же, он любит, знаете, портить настроение всем. Вот он и сделал так, что в сливочном пудинге были монеты. Мистер Эверест.
Я сегодня, кстати, играл в игру и увидел, как за меня был очень крутой киборг с таким скином, которого я еще ни разу не видел. И наклейкой желтой. Вот такой, как у меня. Практически вот такой вот. Прикольненькой. Мне прям сразу захотелось такой же скин себе иметь. Так. Мистер Эверест. Да вы что там меня бьете? Не надо. Так, какой урон? Не стреляйте мне, пожалуйста. Так, мистер Рутс Ди. Мистер Рутс Д. Так, в Эвересте стрелять нет смысла. Вот. Знаете, какая проблема? Если ты такой один на танке вроде моего и хочешь в кого-то стрелять, ну, очень сложно, потому что весь дэмэдж, он как бы растянут по времени. Вот, в этом есть небольшая проблема. Животного происхождения, спрашивает сюрприз мистер Мойс. А, ну если это животного происхождения, то скорее всего это в пудинге должна быть индейка. Ну, мне кажется. Ой, на лоу хп совсем. Один в один практически выиграл меня Эверест, но я как-то выжил. И убил. Так, Амадеус. Добрый вечер, мистер Амадеус. Вот мой ответ, это монета. Иллюзия. Вот я говорю, что это монета. Хорошо. Хилимся, живем. Ой-ой-ой. Вот этого скерда, конечно, не прям не убить. Танк, конечно, очень живучий. Вот, конечно, будем ждать, как только мистер Мойс захочет сделать топ самых сильных танков, по его мнению. Вот, мне было бы интересно узнать, на каком месте находится танк Дракон. ГНД Дракон. Ох! Поджигаем Эвереста. Эверест практически не уничтожил. Нет, совсем чуть-чуть осталось. Я понимаю, я предполагаю, у Эвереста сейчас немножко пригорело. Вы видите, я просто очень много огня разжег. Разлил огня. Подожди. Кстати, можешь поздравить. С чем поздравить тебя, Мойс? Эверест, бывает такое. Остался только... Я купил все танки, остался только дизайн. Красавчик! Если ты купил все танки, означает, что ты можешь, в принципе, хотя бы на бумаге расписать соотношение. Сделать, то есть, топ ты уже можешь сделать. Видишь, как круто. Дизайн, который я не умею. Мы жжем друг друга с Эверестом. Он огненный, и я огненный. Он дракон, и я дракон. Так. Мне кажется, или сейчас какая-то штука происходит. То, что наши снаряды немножечко, чуть-чуть в воздухе подвисают. Ой-ой-ой, меня скер стреляет прямо нехорошо. Меня убивает. Мистер Скет меня не стреляет. Все. Я так и должен, кстати, был умереть. Потому что я очень долго не умирал. И отхилиться у меня бы не было, да? Видите, здесь автомойка нигде не стоит. И чтобы ехать домой, у меня у танка очень маленькая скорость. Мне было бы крайне невыгодно домой уезжать, чтобы хилиться. Расскажите, пожалуйста, вот я хотел бы спросить у чатика. Вот, я вчера не играл, вот. Но мне рассказывали, что вчера очень много игроков новеньких было. Даже больше, чем позавчера. Вот. Хотел вас спросить, пробовали ли вы вчера играть? Подождите.
А что у меня? А, все, все. У меня, по-моему, кнопочка W. А, нет, все нормально. Я, короче, не туда нажимаю, какая-то ерунда творится, все. И даже вот разбил, видите? Скорее всего, мистер Мойс вчера ездил. Расскажи, пожалуйста, впечатления. Видел ли ты много... Много ли ты видел новичков? Монетка, правильно ответил, Гена. Серьезно? Монетку в пудинг клали? Зубы же можно просто сломать об эту монетку. Мистер Мойс пишет, было приличное количество игроков. Это прям супер классно. Блин, хочется, чтобы на стриме было очень много. Почти всегда 10. Хочется прямо, знаете, такого много новеньких. И чтобы все они зашли на стрим. Все они в чатике написали, как, какой прекрасный день. Как хорошо у них там все. Работать и мне лень. Какой прекрасный я. И песенка моя, я. Следующий вопрос от Иллюзии. А что ли? Традиционный фруктовый торт какой страны? Что ли? Ну тут первый вопрос, да? А, нужно спросить у мистера Денниса, не немецкий ли это фрукт? Мистер Деннис сразу написал Германию. Что ли? Ну, может быть, знаете, само название по себе, вот это вот первое эш, вот по-английски оно бы читалось бы столен, наверное, да? Столен читалось бы. А вот там оно пишется через... Ну, это читается как ш. Ну, наверное, да, я бы тоже предположил что-то в Германии. Предположил бы я именно так. Блин, вот я сейчас сижу, я представляю, как же я буду проводить рождественские праздники. Хорошо я буду, думаю, проводить рождественские праздники. Кстати, чатик, когда закончатся вопросы от Иллюзии, мы можем с вами пообсуждать, как вы когда-нибудь проводили Новый год. Самый ваш прикольный, самый интересный Новый год и самый неинтересный. Я могу рассказать про свой самый стрёмный Новый год, когда я вообще один отмечал. Я, кстати, в своей жизни два новых года отмечал полностью один. Если вы знаете, есть такой... Сейчас мистер Лигус опять что-то жалуется. Мистер Лигус, перестаньте жаловаться. Давайте искать причину. В чем проблема? Может быть, проблема в настройках вашего ПК. Да, может быть, вы используете не те настройки. Может быть, вы используете слишком высокие настройки, да, для вашего оборудования. Либо слишком низкие. Оно же не может быть, да, просто так происходить. Если мы вспомним, вот знаете, есть в школе, когда я учился, меня учили... Ох ты, господи, кто меня тут стреляет? Может... Ну, то есть, у любой вещи должна быть причина, да, вот какая-то. Вот пока что из нашего чата, вот мы сейчас с вами общаемся в чатике, нас 10 человек смотрит, да, и большая половина из них играет в игру. Пока что вылетает только у вас. Скорее всего, это связано как-то с ПК, да, либо с интернет-соединением. Нужно постараться где-нибудь эту информацию донести до Иллюзии, а Иллюзия передаст разработчикам, что вот какая-то вот штука не позволяет полноценно насладиться игрой. Ну, то есть причина же есть всегда, да? Вот когда у меня зуб болит, то есть тоже есть причина. Зуб у меня может болеть, потому что там бактерии развились, да? А бактерии развились, потому что Геннадий там зубы не чистит или что-то типа того, да? Вот, награда в конце боя улетела в трубу. Ну, сочувствую, сочувствую, конечно. Итак. Давайте посмотрим. У нас, кстати, осталось сыграть последнюю игру на танке Дракон. И мы получим, получается, выполним следующее задание. А, вот хотел спросить. ExoTanks пишет то, что фиксы будут в ближайшее время. Попросите... У Иллюзии фикс для ТДР. Добрый вечер. Блин, дракошу взять нельзя. Не получается. Ну что ж, если дракошу взять нельзя, давайте возьмем шторма. Штормиславчиком будем мы. Что, Геннадий Штормиславчик?
Я тоже думаю, Германия. Звучит по-немецки, да. Мистер Мойс со мной соглашается. Хотел спросить, Мойс, вот вопрос тебе такой очень важный. Прямо такой супер важный. Ты накопил, на, получается, на все танки. Вот в твоем процессе накопления повлияли ли вот эти вот механики ежедневных заданий? То есть, благодаря... Помогли ли они тебе накопить на все танки? Вот. И повлиял... Помогли ли тебе накопить на все танки вот этот бустер новогодний, который вышел 18 числа? Да, вот, ExitTanks также пишут, что действительно, если вы будете соблюдать все правила, да, сообщества, которые вы... все правила, которые вы будете соблюдать, то никто вас никогда не забанит. Вот, пишет Мойс, да, говорит, не ощутил. То есть, получается, хочешь сказать, что конкретно от, как, от заданий было не очень много, да, а вот от бустера было прям больше, да? Жаль, что на 14 дней только. Ну, это интересно. Ну, это хорошо. То есть, бустеры, подарочный бустер, значит, помог тебе накопить на все танки. Как же это круто. Ну, это же... великолепно. Так, сразу же поставим себе вот эту штуку. Так вот, скажи, как так получилось то, что ежедневные задания, ну, типа, не дали необходимого, получается, эффекта, что ли? Оу, майн. Оу, майн. Мистер Бланка, у меня перезарядка. Мое мнение, было бы эффективнее, если бы сразу три задания обновлялось. А то я захожу в игру и вижу одно задание. Ну, смотри, очень хорошо, что ты его высказал, это мнение, да? То есть, я думаю, что иллюзия передаст разработчикам. Вот. А вот тогда такой еще один вопрос тебе, Мойс. А вот, а играешь ли ты, да, каждый день, что выполняешь ли ты все задания каждый день, да? Просто, может быть, вот я, да? Я, когда вне стрима, играю чуть меньше. Я вот честно признаюсь, я играю на стриме больше, чем вне стрима в игру. Да, и поэтому лично мне кажется, да, субъективное мое, я, знаете, всегда вы должны понимать то, что у стримера всегда субъективное мнение. Оно может быть в корне отличаться от мнения сообщества, от мнения тем более разработчиков, мнение владельца канала, потому что канал совсем не мой, да, видите, у меня никаких ссылок на меня нет, ни донейшн алиса здесь нет, ничего нет, да, поэтому вот, спрашиваю у тебя, Мойс, как часто ты играешь в игру, сколько ты, получается, часов в день ты наигрываешь, больше часа, меньше часа, гораздо больше часа, гораздо меньше часа? Ох, хорошо, кстати, сыграно было. Кто был автором прозы «Рождественская песнь»? Кстати, тоже не знаю. Мне очень стыдно, то, что я не знаю о такой прозе. Так, и мне нужно с немножечко отхилиться. Не больше 3 часов, надоедает. Ну да. Контента, естественно, сейчас в игре нет, контент, он появляется каждый месяц, мы видим то, что появляется новый режим, вот видите, конкретно вот эта механика, которая меня сейчас хилит, которую мы с вами обозвали как автомойка, она появилась в игре совсем недавно. И режим, да, я уверен то, что в ближайшее время в игре появятся новые режимы, может быть, даже карта новая появится, потому что когда я начинал играть в игру, вот, тогда была только одна карта. И если экстраполировать, знаете, вот эти знания, эти наблюдения, то я могу сделать вывод, то, что карта следующая появится. Возможно, даже очень скоро. Так. Не надо стрелять в меня. Меня не надо стрелять для ждя май. Так, мистер Бланка, мистер Бланкослав, как бы вам вас стрельнуть-то, а? О, господи, пока что я прицеливался, видели, я в 4 прицелился, но не мог дать залп, потому что я не мог успеть прицелиться.
Я полностью разобрал. Найс, опыт дают. Я полностью разобрал Теслу. Мой урон не прошел, и союз топил. И мне дали капельку. А кто убил? Это случайно не я был? Если это был я, то сори. А как ты думаешь, как должно быть? То есть, как должны давать опыт за убийство? Его должны давать только тому, кто убил, или должны поровну разделять? Ну, то есть... Ой-ой-ой-ой-ой. Как много врагов нам на нашей точке. Итак, прошу прощения. Мне прошу сайт тапнуться. Так. По урону пишет мистер Мойс. То есть, тот, допустим, вот танк. У него 100% хп, да? И если бы ты нанес 60% хп, то тебе должны дать за убийство 60% хп, да, получается? А если танк вражеский отхилился, то как должно считаться? Ой, боже мой. Кстати, враги очень хорошо сыграли. Вот сейчас прям молодцы. Я не знаю, как противодействовать. Очень хорошо сыграно. И за помощь способностями. Так. Ох, врезался, кстати, я. Видите, я, кстати, в провод врезался. Вы видели? Я врезался тупо в провод. Противник захватил вашу базу. Ну, к сожалению, у нас не получилось. Апдейт с фиксами для слабых ПК будет после стрима. О, это очень, очень хорошая информация. Спасибо большое, ExaTanks. За то, что дали такую информацию. Мистер Лигус, если вы нас слышите, говорят, что сегодня после стрима будет апдейт. Вот, это важная информация. Хотя не решает проблему. Вот. Возможно, не решает, да. Вот я тоже думаю, что не решает. Но смотри, давай представим себе. Допустим, за убийство какого-то юнита среднего дается N опыта, то ведь в этого танка, получается, могут стрелять не только ты, да, а может быть несколько врагов. Хорош, Геннадий. А чем же я хорош? Подожди. Ты заменил дракона, которого мы почти убили. Лол, серьезно? Подождите. Объясните мне, пожалуйста, Мойс, ты только что со мной был в игре, и мы эту игру проиграли. Как ты появился в другой игре? Когда не будет вылетов из-за видяшки, которого... Объясни, Мойс, мы же с тобой вместе только что играли в другую игру. Кстати, иллюзия, напоминаю, что, дамы и господа, пожалуйста, не забывайте, у нас все время, все, весь стрим действует, действует конкурс. И вот пятый вопрос звучит, кто был автором прото рождественской песни? А ты, значит, если ты не был со мной, то кто-то еще был со мной. Да вот Фантом был со мной, точно, Фантом. Вот он, кстати, Фантом. Я-то, знаешь, я уже обрадовался, что меня кто-то уже похвалил. Хорош, Геннадий. Типа, хорошо сыграл. И вроде бы я как бы не победил, а проиграл. Гоголь в помощь. Мистер Гоголь в помощь. Скоро куплю клинка. Вот. Хорошо, давай. 6к еще. А, вот еще вопрос. Кстати, Мойс, ты покупал все танки только за кредиты? Или ты за арест что-то еще купил? Как ты нафармил? Насколько я понимаю, что бустер, который нам подарили всем при входе в игру после Нового года, он же действует только на кредиты. Верно? Вот как ты это сделал? Ну, типа, ты нафармил на все танки при помощи кредитов?
Дракона купил за ресы, когда еще по 100 давали. А, ну то есть там... У тебя какой уровень-то? Ты сейчас... Я не помню, какой тебе уровень. Ну хорош, кстати, молодец. А сколько ты в игре? С какого месяца ты играешь? Да, бустер действует только на кредит. Все, видишь, как хорошо. Первый уровень. Ну смотрите, скоро мистер Лигус купит себе клинка. И тогда начнется, конечно, резня. Нас будут убивать. Ой-ой-ой-ой-ой. ПП с начала сентября. Ну ты молодец, кстати, хорош. С сентября начал играть. Респектос тебе, амигос. А ты брал уже какие-нибудь красивые скиночки? Скинчики. Блин, только что, ну то есть, практически... Вот я четко понял, что Фантом это тоже новый молодой игрок. Тоже либо сентябрь, либо октябрь. Вот, мистер Лигус тоже, видите? Сентябрьский. Мистер Лигус, получается, ты либо сентябренок, либо октябренок. 19-го года. Лигус, ты играешь в игру с 19-го года? То есть ты больше года играешь в игру, получается? Ну чё, респектуоз, крут, красавчик. Так, возьму еще раз. Мне не хватает. Мне очень важно выиграть на дракончике. Так, играем против ботаника первого уровня, значит, молодой игрок. И за нас Жезофайн. Из какого графства может родиться знаменитый почтальон, предсказывающий погоду? Всем спасибо за игру, я все на сегодня. Мистер Денни, спасибо тебе в первую очередь, да, за то, что с нами поиграл и за то, что побыл с нами в чатике. Хорошего тебе вечера, желаю тебе отдохнуть, набраться сил и... И завтра хорошо поработать. Переезжаем на точку. Смотрите, получается, что новички, которые вчера были еще первого уровня, уже сейчас апнули 4, 5, 6. Молодняк. Можно же, да, игроков называть молодняком? Как вы считаете? А вопрос-то и не задает. Надо что-нибудь ответить, господа. Из какого графства может родиться знаменитый почтальон, предсказывающий погоду? Знаменитый почтальон, предсказывающий погоду. Из какого графства? Есть идеи? Так, мой союзник Ильнес XG стоит на базе. А ты нехороший. Нехорошлавчик. Вот он, Амадеус-то сюда заехал. На нашу территорию мы тебя сейчас найдем. Ильнес, давай с двух сторон его ловить. Надо сначала одного застрелить, потом второго. Так, хорошо. Так, мистер Мойс на дракоше своем. Я окутываю в сети. Не дадим в обиду нашу точку. Ох, сейчас рыгается. Это все. Выживай, друг мой, выживай, выживай. У меня просто сейчас мой с один, у него хп изначально больше. Восстанавливающий бак, хп регенит.
Ох, надо отъезжать, надо отъезжать, надо отъезжать. О! Вот сейчас кто первый умрет. А, все, надо что уходить. 48 хп, 27, 25, 21, 16, 10, 1. Все, я умер. Извините, сори, I'm sorry now. Это, кстати, была хорошая драка, Мойс. Мы прямо, знаешь, тютелька в тютельку вдвоем. Угу. Помню старый интерфейс. Надо вставить в календаре 19-й год. Назад в будущее. Угу. Выезжаем. Мистер Фантом. Кстати, Фантом. Подождите, только же, что Фантом... А, нет, все. Я, знаете, уже... Я сыграл прошлую игру, и мне в моей голове Фантом запомнился как игрок на шторме. Вот, и я, типа, смотрю на Фантома и смотрю, что он не на шторме, и у меня возник когнитивный диссонанс. А потом сразу же вспомнился только что мы с мистером Иннесом воевали с другими врагами. Так, Dead Smile LTD. Почему админ удалил свой коммент? Непонятно. Я, к сожалению, не зачитал. Так. Ну что ж, я прямо сейчас возьму, да, и разолью здесь. Все, все разолью. Нет, не езжай туда, Моделс, не езжай. Так, мистер Dead Smile LTD, go help me to kill this man, Amadeus. It's very important for us, man. Go, go, go. Так, хорошо, убили. Как вам мой уровень владения английским языком? Чисто настоящий, да, native speaker, Геннадий. Native speaker. На трудный вопрос не готов отвечать, тогда беру проще. Да, иллюзия, скорее всего, вот этот вопрос, он на знание, он немножко трудный. Дело в том, что мы, по крайней мере, большинство из нас сейчас играют. Я просто не хочу альтабаться и изучать это все. Но, может быть, мистер Лигус что-то знает, да? И сейчас вопрос, на какой, в какой стране зародилась традиция рождественских елок? Думаю, Америка. Почему? Почему Америка? Да? Я не уверен, что это Америка. Рождественские елки. Если бы... А, кстати, если у Ильи закончится вопрос, у меня есть один дополнительный. Также про Норвегия, Финляндия. Михаил предполагает, что это Норвегия либо Финляндия. У-ху. Потому что там много хвойных деревьев. Лазежвалеса. Лаз... Игрок под ником Лазеж... Лаз... Лазежвалеса. Внимание, тут много слишком много Германий. Russian Federation или Канада. Германии это новая. Германии звучит, знаете как? Звучит как будто это элемент химический. Германий. Ну что ж, ставим сюда. Я, короче, поставил ровно по одной мине на каждую из сторон, через которые могут враги теоретически здесь появиться. Ёлка. Пихта. Но на самом деле в качестве ёлки обычно же используют пихту. Есть элемент Германии, если не ошибаюсь. Мне тоже кажется, что есть. Я поэтому, ну, то есть, именно поэтому я вспомнил. По-моему, есть. Я химию изучал в школе, ну, в классе там 8-9, да? Но не так хорошо. Хоть у меня и была пятерка, но я не участвовал в олимпиаде по химии. Вот в олимпиаде по биологии я участвовал, я даже места занимал в олимпиаде по биологии. Я участвовал в олимпиадах по физике в школе. Хорошо участвовал. По математике участвовал. Привет, мистер Борис. Очень рад тебя видеть. Так, Амадеус,
как ваши дела, как ваши ничего. О, хорошо. Давайте я сделаю предположение. Ой, мы выиграли, кстати. Кстати, если это моя победа, то, скорее всего, я выполнил, получается, второе ежедневное задание. Давайте глянем, посмотрим. Посмотрим. А, найс. Угу. Нет, кстати. А, да, вот все. Я вот, получается. Иллюзия. Пошли страдать. Ирте. А, иллюзия, наверное, сейчас хочет... А, подождите, давайте... Вспомни, запомним, что у меня. Мне еще нужно сыграть 8 игр за техников. 3 игры я уже сыграл, нужно еще. Ладно, всем спасибо за игру, я пойду. Давай, Эверест, пока-пока. Хорошего тебе отдыха. Я думаю, что это должна быть обязательно северная сторона. Потому что пихта, это хвойное дерево, оно должно в том числе расти, знаете, в северных, ну типа, биомах таких вот. И ты не страдаю, а наслаждаюсь игрой. Плюсую, кстати, плюс-плюс. Плюс в чат. Кто также не страдает, а наслаждается. Так, все. Анжелика Латова. Юзу. Корку. О! Корки. Джизофайн. Если бы я себе представил, человек сюда бы зашел, который, знаете, левый, и услышал, как я читаю никнеймы, он бы подумал, что я какой-то, знаете, иностранец, может быть. Ну да, играть на Америке, то еще наслаждение. А чем вам американский сервер не нравится? Ну, если вы имеете в виду американский сервер, поменьше игроков. И все же, была Германия. Отлично, Германия это... Молодцы немцы. Не, мне нравится играть вот с друзьяшками, вот они у меня все. А больше всего мне нравится играть с молодыми игроками. Мы поедем, мы помчимся. Вот, кстати, у меня вот сейчас на левом бедре получается. Бедро. Можно же назвать левый бок бедром. На левом бедре красивая наклейка. Изи, я красавчик. Короче, поехали, хилить будем союзников. В каком году была отправлена первая рождественская открытка? Первая рождественская открытка. Ну, Рождество Христово было, сейчас скажу, в дулевом году. По Рождеству Христова. Вот. Но не факт, что ради, ну, типа, рождения Христа кому-то отправляли открытку. Ну, не, совсем не факт, да? Но, может быть, знаете, там же ведь были какие-то дары. Кто-то кому-то дарил, там, волхвы. Может быть, ну, типа, это имеется в виду? Амадел, что вы там себе позволяете? Уходите, уходите. Не надо здесь заниматься самодеятельностью. Мистер Амадеус. Захватывать точки и все дела. А где вы, мистер Амадеус? А, не вижу, не видно никого. А вот где-то тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Если, кстати, мне сейчас никто не хелпанет, нашу точку начнут захватывать. Надо, чтобы мне кто-то хелпанул. Хелпуй, молодой человек с великолепным непонятным ником в виде иероглифов. Я не знаю, на самом деле, а этот вопрос, ответ на этот вопрос. Нужно, чтобы кто-то предполагал. Прямо предполагал. Я историю вроде в школе тоже изучал, но непосредственно отношение к празднику я не понимаю. Может быть, это связано... Нет, это будет, если я сейчас скажу, то я бы, получается, заспойлерю свой собственный вопрос.
Так. А вы понимаете, что у вас тут несколько вот нехорошие молодые человеки. Молодые люди здесь. Стоите, свои культяпки развесили. Хелпуйте. Господа, хелпаните меня, пожалуйста. Хелп. Точку мою захватывают. Так, Бланкослав наконец-то подъехал. У меня осталось две жизни. Надо как-нибудь, в каком веке, куда? Еще не шло. Так, точно сложно сейчас. Да, сложно. Точно сложно. А давайте так. Иллюзия, а есть какая-нибудь подсказка, да? Может быть, это связано с каким-то другим параллельным мероприятием историческим, да? Узнав о котором, мы можем сделать какое-нибудь предположение. Да, вот. Было бы прикольно. Так. Бланка, я тебя хилю. Так, и вот этого молодого человека тоже должен захилить я. Вот этого человека сейчас захилю. Ох, не успел захилить, уехал. Давай, Михаил, напиши хотя бы, какой век. Как ты думаешь? Мне просто самому интересно, какой век ты можешь предположить. Вот я не уверен, что я могу даже век предположить. Но вот я вот не угадаю даже с двух попыток. Был не високосный год. Интересно, интересно. А теперь нужно вспомнить, когда последний раз был високосный год. Он же раз в 4 года, да? Високосный год. Рядом какое мировое событие, например, было? Да, вот. Я, кстати, тоже хочу, чтобы мне помогли именно тем, что подсказали, какое мировое событие было. Ой-ой-ой-ой-ой. 18 век, думает мистер Миша. Бланка, хилю, оставайся тут. Стой со мной. Я захилил тебя. Тут кто-то есть, короче. Тут надо ловить вот этого человечка. А, нас, короче, объезжают сзади. Вот, а сейчас слева. Вот он, вон, видишь, Модеус. Короче, кинул на этого врага. Давайте так. Мое предположение это 16 век. 16 век. Ой-ой-ой. Так не дожил я до ультимативной способности. Очень тяжело что-то на этом танке апать уровень. Ну смотрите, зато мне 4 ассиста. Да, 4. У нас убийство максимум сделал только Бланка. Все остальные играют без убийств. Все, хилю, 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 хилю. Толкую. Да не стреляй, ну ты шо ты себе позволяешь? Видишь, я это, специалист Красного Креста. Всех. Я танк-пацифист, не надо, пожалуйста, заниматься уничтожением. Я даже вас похилил, если хотите. Все, теперь у меня осталось только смотреть и наблюдать, как мои союзники отыгрывают. Мне сегодня нужно постараться выиграть еще 5 игр на технике. Но если даже не 5, то хотя бы ну 3 игры выиграть на технике, чтобы, получается, на пятницу осталось мне там, тоже 2 игры. Слушай, Мойс, вот ты говоришь, что было бы неплохо за раз сразу выдавать 3 задания. А вот ты выполняешь самое сложное задание? Вот ты... Ну, сразу. Или тебе
ну, типа, не получается иногда выполнить в один день все три задания. Потому что, помню, я на стриме выполнял, но я занял, чтобы выполнить все задания, мне пришлось 3,5 часа играть. Мне даже помогали. Там КамАЗ мне помогал последнее задание выполнить. Так, что тут у нас? Я, кстати, про КамАЗа только что вспомнил. И КамАЗ получился... сразу же появился у нас. 1801 это 18 или 19? 1801 это 19 век. Всем привет. Я все выполнил, зависит от настроения. Хорошо. Rampage. Остался у нас один единственный танк. Кагамайн 93. Анжелика Латова 15 ассистов. Дзезафайн 16 ассистов. Вот это, кстати, игра. Вот это игроки. Вот это скилл. Зависит от компании Андрейка. 19 век тогда. Это тоже. Что ж, стартуем. Следующую. Буду брать... Я очень хочу сегодня выполнить, ну, как минимум, так, уже хотя бы две победы оформить на технике. Три, две, три. Так вот, 1801. Что же... Ну, а почему 1801, Мойс? Что же было в этом году такого? Давайте я все-таки узнаю, когда был последний раз високосный год, потому что я не помню. Честно. Подождите, я же нажал. Я нажал. Да, ждем. Високосный год. Получается, 2020 год это високосный получается. Но мне Google говорит, что наш 2020 нынешний год был високосным. А я, оказывается, этого не знал. Так вот, почему в этом году была вот эта вот пандемия? Потому что был високосный год. Все. Я имел в виду 1801-1900. Да, это... Вот то, что ты сейчас написал, это 19 век. Ты смотри, от 1900 по 2000 это 20 век. Потому что от 2021 год и 21 век. Кстати, да, получается, что будет 21 год, 21 век. 20, 21, 21. А, вот, кстати, Джезефайн теперь за нас играет. Супер классно. Ладно, Планкослав не хочет брать, ну, типа, штурмовика. Придется мне брать штурмовика. Потому что если все мы возьмем техников, кто же будет тогда керировать игрок? Уар Смит, лол. Вот это 19 век. То, что ты написал. Пам-пам-пам-пам-пара-парарам. А, кстати, можно, знаете, вот можно 100% можно, знаете, отречь некоторые года. Видите, рождественская открытка. Открытка, скорее всего, могла быть сделана только на бумаге. Да, если вот честно подходить к вопросу. То получается, что мы примерно... Ну, в Китае бумага когда появилась? По-моему, там 5 век, да? Сейчас гляну. Бумага в Китае. Какой век был бумаги в Китае? А, нет, пока не показывает. Ладно, стартуем. Стартуем. Все, я теперь чисто этот
Звездочет. Посмотрите, какой скин красивый. У меня вроде такой есть, да? Да. Этот просто скин, он очень сильно изменяется, когда он находится в тени, либо не в тени. Прямо 1843 год. Иллюзия, можно какую-нибудь небольшую историческую справку, как вообще это получилось? Я уверен, что нашим зрителям, а и Стрэмлеру тоже очень интересно, при каких обстоятельствах, ну, типа, появилась эта рождественская открытка. Какие фрукты традиционно кладут в рождественский чулок? Вот. Смотрите, вопрос очень хороший. Да, вот давайте вы предположите, ну, типа, высказывайте свои предположения, а я буду думать. Да, вот, я тоже буду думать. Я даже могу думать вслух. Да, вот. Если фрукт кладут в рождественский чулок, значит, фрукт в него влезает. Да? Вот это логично. Это означает, что помело 100% не кладут. Потому что помело не влезет. Все. Правильная логика это половина ответа, господа. Какие еще фрукты есть? Смотрите, ой-ой-ой-ой-ой. Атакуем. Не, стрелять мойса не смысла нет, мне кажется. Так как очень много танков рядом, стрелять мойса смысла нет. Не стреляй, мойся меня. Не стреляй. Короче, обязательно мандаринки, потому что мандаринки, они по размеру не очень большие. Я думаю, что мандаринки должны класть в рождественский чулок. Мое предположение — мандаринки. Подождите, по-моему, там перезарядка у мистера Мойса, да? Скоро закончится, поэтому нужно скорее уходить. Уезжаем, уезжаем. Нет, все-таки не хватило. Не хватило чуть-чуть. Давайте посмотрим, чем занимаются мои союзники. Мистер Лол. Видимо, любитель League of Legends. Вар Смит. Все остальные мертвы. Мой ответ... мандарин. Михаил думает, что мандарин — самый простой ответ. А так, возможно, еще яблоки, апельсины. Ну да, без сомнения, мандарин — самый простой ответ, да, но нужно же понимать, да, мандарины так настолько популярны, мне кажется, только в СНГ. Не уверен, что мандарины так едят, прям массово съедают. Там, знаете, в странах, где эти чулки используются. Потому что в СНГ, ну, я не уверен, вот у вас дома чулки родители использовали, но мне никогда ни один подарок в чулке не дарился. Никогда. Это, конечно, вот урон заехал в меня. Поэтому, вот я не думаю, что моим родителям тоже кто-то подарки в чулках дарил. Так, выезжаю. Бананы, в принципе, могут быть, потому что они по форме должны, в принципе, в любой чулок влезать. Какие еще фрукты есть? Ох, врезался прямо в лицо. Ой, хорошо. Поеду перехватывать точку. Только что уничтожил Амадеуса. У меня пошел хил. Еду перехватывать точку. Поеду сейчас в центр. В центр опасно ехать. Нужно захватить... Стойка всякой нехорошести. Джизафайн, хилься, пожалуйста, сам. Я думаю, яблоки. Мой смотрел, с кого чулки снять при желании и арбуз взять. Ну, кстати... Если снять чулки со слона, да, вот, у слоника, да, то, в принципе, да. Они вроде на Западе популярны. Ты про яблоки? Яблоки популярны на Западе, да, на Западе популярны яблоки. Но у нас, кстати, тоже довольно-таки популярность высокая, я думаю, у яблок.
Хорошо. Дэмэдж лютый, кстати, зашел. Почему мы говорим про Рождество, мы же христиане? Подожди, так... Почему мы говорим про Рождество, мы же христиане? Не понял вопроса, но видишь ли, Рождество же ведь это христианский праздник, насколько я понимаю. Потому что кто родился-то? Родился же Иисус Христос. Христос? Христианский праздник. Если я правильно все понимаю. Есть средства защиты, с виду маленькие, они формируются, ого-го. А, кто понял, тот понял. Наверное, да. С виду маленький. Вот. Ой, кефирчик. Здравствуй, кефирчик. Только что заспаунился наш новый союзник. Пришло ломание мозга Геннадию. Да, периодически ко мне приходит ломание мозга. Вот, это, знаете, способность такая. Вот у танков есть способность, да, вот у которой есть кулдаун. Вот у меня тоже есть способность ломания мозга. Вот эта способность, она пассивная способность у Геннадия, которая активируется по определенному триггеру, да, и у нее есть определенный кулдаун. Вот, как минимум раз... Да ты, господи, сколько этих нехороших... И вот это ломание мозга за стрим как минимум один раз происходит. Вот. Защита от детей, проще говоря, нежелательных. Ну да, чулки. Чулки помогают от детей. Не взрывайте меня, Амадеус. Вот. Миссия прошла успешно, да, кефирчик. Кефирчик решил, что он, в принципе, поехал. Он может ехать, все. Наконец-то кефирчик стартовал с места. Ну, сейчас мы должны выигрывать. Я вижу, что кефирчик поехал. Это 100% победа. Кто так же думает, плюс в чат. Так. О, боже, хорошо, 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 хорошо. Ультимативная зашла прям моментально. На-на-на-на-на. А модель, что вы себе позволяете? Мне в лицо, в спину стреляет. Майсислав. Майсислав. А я сейчас уеду. Я уеду в Комарова. Не доехал. Я чуть-чуть совсем. Кефирчик, кстати, очень выгодную позицию занял. Такую, чтобы он не получил урон, а сам его давал. Молодец. Джозефайн тоже. Опа, типа зашел, пострелял, вышел, не стреляешь. Ну что ж. Хорошо, кстати, сыграли все. Все молодцы. Кто-то там даже 10 киллов сделал. Сейчас глянем, чекнем. Смотрите, я так понял, что вот за бой медали 47, это потому что поражение. Нужно, короче, я понял, гениальный мозг Геннадия, сразу понял. Цитрусовые, прячу в чулочки. Да, супер, классно, цитрусовые. Ну, можно предположить цитрусовые, потому что они, знаете, у цитрусовых такой специфический аромат. Вот. И я их кладу, получается, в чулочки, чтобы они, типа, были прикольные такие. Красивые апельсинчики, да. Чулки. Почему вообще идея такая была, ну, ты появилась с чулками? Почему появилась такая идея с чулками? Вот у нас в России, вот скажите, есть в чате хотя бы один человек, который либо дарил подарок на Новый год, да, либо Рождество кому-нибудь в чулке, да, либо получал подарок в виде чулка, да, либо клал что-нибудь в чулок кому-нибудь как подарок. Что вы нашли под глазурью рождественского торта? Так. Обычно, когда я был маленький, мне родители делали торт. Это юмор такой про Санту у Деда Мороза. Это юмор такой про Санту у Деда Мороза. Рика Лико. Привет, кстати. Рад тебя видеть. А какой юмор про Санту и Деда Мороза?
Для начала время покажет, потом уже найдешь что-нибудь под глазурью. Подождите, а я выбрал танк? Я вроде выбрал. А кто не выбрал? Скупердяев носки подарки кладет, а дедушка наш мешками носит. Ну, кстати, да. Получается, что... Ну, да, хорошо. Согласен. Наш Дедушка Мороз подарки свои носит, получается, в мешках. А Санта не хочет, типа, говорит, подарки, ну, в маленьких мешках. Потому что чулочек это, мягко говоря, маленький мешочек. Удлиненный. Найдем основу для торта. Ну вот, у меня родители и сестра на Новый год делали, ну, типа, свой торт самостоятельно. В духовке. Всегда. И я не помню, что была глазурь. Обычно, ну, типа, сверху мы, у нас была... Было несколько слоев, между этими слоями какие-нибудь, типа, сгущенное молоко такое было. Вот. И сверху тоже было сгущенное молоко и арахис. Сколько себя помню, все свое детство мы ели такой торт. Вот. Глазурь. Использовали ли мы глазурь? Наверное, нет, мы не использовали. Ну, знаете, я рассказываю про свою жизнь, ну, типа, может, кому-то интересно. Вы можете, кстати, рассказать о том, как вы отмечаете Новый год. Делаете ли вы сами лично тортики? Тут что угодно можно найти, зависит от торта. Да, что угодно можно найти. В том числе даже монеты. Знаете, там был вопрос сегодня, что-то спрятали в пудинг. Может быть, тоже монеты. Посмотрите, какой красивый этот скинчик у Амадеус. А ты, Амадеус, какие эти скины используешь? Красивые. Все. Мойс, не заезжай, я тут это обожаю, не работают расходники. Какие расходники должны работать? Ягодки под глазурью. Давай расстреляем Мойса, пока что он типа живой, нужно его стрелять. Расстрелять Мойса. Отлично. ХП-шку левел апнул. Сейчас я сделаю вот так вот. Опачки, Вениамин. Подождите, это был Вениамин или Веномосизет. Ягодки под глазурью. Что, иллюзия? А что, это правда? Михаил угадал? Вот, кстати, тот самый человек, с которым я играл. Illness XG. Вот, это... Сегодня. С очень крутым. Нет, да. Жаль. Наверное, фильм такой. Не-не-не. Веномо Сиджет. Сижи. Я все уже. Ну что ж, хорошего дня тебе тогда. Бланка. Подожди, так ты же у нас в команде. Со мной в команде. В смысле все, Бланка, алло, мы выигрываем игру. Давай победим, и потом пойдешь гулять, отдыхать. Чего? Мы почти выиграли. Опять урон не прошел. На самом деле, мне кажется, не надо печалиться, не надо паниковать. Ну, на самом деле, мне кажется, что все верно, но я пока не паникую. Паникует
Ланка любит выходить, это норма. Подождите, а там разве нет дезертирства? Штрафа какого-то там за выход из игры? Бланкослав, значит, любит выходить, да? Я не про тебя, Геннадий. Да, я не выхожу. Я не хочу выходить. Но Бланка любит, получается, выходить. Быстрее бы штраф ввели. Ну, может быть, кстати. КамАЗ, а вопрос тогда к тебе. А ты всегда, ну, всегда доигрываешь до конца игру? Хотя мне кажется, что КамАЗ никогда не ливает. Потому что каждый раз, когда мы играем, КамАЗ прям хочет играть против этих. Против сильных. А в рождественском тортике всегда есть марципан. Марципан. Да, прикольно. Если против людей, конечно. Да. Да-да-да. Ну, знаешь, иногда, когда я смотрю, как играют некоторые люди, ну, мне даже... Это зависит от того, кто играет, честно. Вот мне кажется, что иногда есть люди, которые, ну, так себе. Ты смотри, какой дэмэдж заходит. Это кто такой хороший играет у нас? Это получается, что это Illness XG. Хорошо сыграно. GG VP. Good game, well played. Кефирчик у нас зашел за нас, это тоже неплохо. Какого цвета изначально был костюм Деда Мороза? Синего цвета был костюм Деда Мороза. Зачем выходить, если можно успеть кого-то сломать, и не важно, победа или проигрыш? Ну да, кстати, с этим я не могу не согласиться, потому что для меня лично важно, очень сильно важно участие. Да. Серо-буро-малиновый. Пишет КамАЗ. Если КамАЗ, тебе удается представить себе этот цвет серо-буро-малиновый, то у меня для тебя хорошие новости. Это прям круто. Потому что я не могу этого сделать. Для меня это сложно. Представить этот цвет. Означает, что ты вот генетически одаренный человек. Вы знаете, что вот умение распознавать цвета, это вот умение непростое. Это круто. Мистер Рэмбо. Киллинг спри. Хорошо. Так. Я прямо только что захотел захватить точку ближайшую, но у меня, видите, Illness за меня все правильно делает. Так, это чья бомба? Господа, чья бомба? Ох, хорошо. Сейчас мы его остановим и будем стрелять в него. Так. Взлом гибератака приходит за одну секунду. Да, вот это, конечно, супер хорошее умение. Цвета можно отличать, но иногда название можно не вспомнить. Поэтому заметьте, сейчас идет цифровое обозначение. Да! Да. Можно различить цвет, но не вспомнить название. Да. А можно, когда вот два цвета подряд стоят, вот у нас сейчас есть. Мы сейчас напрягаем вовсю. Я прямо напряжен. Максимус. Максимально напряжен. Максимальное напряжение. Так.
Бланка виноват. Бланка виноват сто пудов. Так мы можем сказать, потому что Бланка ушел. Бланка нет, поэтому виноват Бланка. Ну, кстати, да, может быть. Смотрите, как круто он поставил вот эти вот, получается, подарочные елочные игрушки. И под цвет прямо, знаете, вот, вот эти вот зеленые штучки. Смотрится красный. Помню по фильму сказки. Не знаю, мне кажется, синий. Знаете почему? Вот почему не красный? Вот я вам скажу. Ладно, я... Это был мой вопрос, который я хотел вам задать, да? Чтобы чисто, ну, типа, спросить, знаете ли вы или нет. Но я вам скажу, что это точно не красный. Потому что красным Дед Мороз стал после рекламной кампании Coca-Cola. Вот, господа. До этого он был не красным. Может быть, даже был серо-буро-малиновым. Видите, вот мы с вами живем такие радостные, ходим себе на работу, в школу, в детский сад, да? И мы... Предлагаю вести опцию, чтобы игрока, который сливается, всегда кидала в конец боя. Кто из кобудов проигрывает. Чисто проклятие. Да? КамАЗ проклял. А-ха-ха-ха-ха. Видели, что только что хотел сделать Вениамин? Он хотел поставить себе бомбу, взрывать ее, но я ее сразу обезвредил. Чисто Геннослав. Геннадий. Какой хороший. Красавчик. Гений на Геннадии. О, пачки, вот это было супер класс сыграно. Тоже думаю синий. Ну вот я тоже думаю синий. Но если Дед Мороз появился не в средние века, да, не в века, где были, знаете, там, не в средневековье, а вот в более позднее время, то может быть даже вполне синий. Потому что в средневековье синий цвет был очень тяжело найти. Потому что краситель синего цвета, он был супер сложно добываемый. Кстати, три игры сыграл, так и ни одну не выиграл. Вот. Не надо думать, окей, Google. Да, ну хотите загуглить, гуглите. Я думаю, что вам никто не запретит. Я не хочу. Кричите, помогите, Алиса. Не-не-не, я сейчас прочитаю вот это слово, и у меня она включится. Она всегда такая. Да, скула вообще неинтересна. Вот ты сейчас прочитаешь вот это имя женского пола, она включится. Она не спросит у тебя ничего, и она включается моментально. Поэтому нужно быть очень аккуратным с этим. Welcome to the... А так сказку Морозко вспомнил, он весь в красном был. Сказка Морозко. Ага, думаешь, я прочитаю? Нет, мось, я не прочитаю. Так. Механика мне выбрала. Вип-любитель вип. У меня, кстати, три игрока первого левела в команде. Кефирчик. Подождите, но Кефирчик же не может быть первого левела. Он же сколько раз с нами играл-то? Ну, не один раз он с нами играл. Может быть, это его второй аккаунт? Ну, типа, здесь он Смурф, там у него мейн аккаунт. Локи. Типа, здесь тренируется, а там, типа, играет на победку. Ранг апает. Здесь чисто Смурф. Хилю, братан, Ильнес, на тебя вся надежда, брозер. Буду, короче, пока дохилить тебя, ты будешь всех стрелять. Короче, я буду играть чисто на союзничка вот этого моего. Все, хилю еще. Поехали вдвоем, будем с тобою
воевать. Вот это, конечно, вы взорвали. Почему вы так быстро взорвали моего союзника? Это что сейчас было? Это что сейчас было? Это... У него же фулл хп было, я его только что захилил. Откуда у него столько... Вот это, конечно, ерунда. Я, короче, вижу кефирчик. Ну, типа, это его... Это, короче, не тот кефирчик, который с нами в чатике сидел, пацаны. Это точно не тот кефирчик, потому что он какую-то ерунду делает. Видите, что он сделал? Он кинул виртуализацию и начал стрелять. Типа, виртуализация стрелять не имеет смысла. Вы можете спросить, ну такая КамАЗа. КамАЗ скажет, виртуализация стрелять не надо. А именно это сейчас сделал, вытворил наш союзник на кефирчике. Чисто гений. Я горю немножечко. Что-то не так. Подождите. Мне нужно пойти и отхилиться. Если я сейчас умру, то будет плохо. Привет, экзотанкисты. Здравствуй, Кими. Кими, привет. Ты там рассказывал, что... скоро выпустишь гайд, да? Кими. Я помню, Мось хотел гайд сделать, и ты тоже хотел гайд сделать по всем танчикам. Сейчас я хильнусь и захилю всех союзников. У меня там, короче, вот этот чел, получается, Ильнас, XG. Киборга, походу, не доделали. А почему не доделали? Что именно недоделано в киборге? Ты по поводу способностей или по поводу внешнего вида? Оу, я как будто в матрицу попал. Сразу такой неуязвимый, невидимый, отхиленный полностью. Я сделал кроме клинка. О, хорошо. Пойдем, короче, потом смотреть. А клинка почему не сделал? А знаешь что, Кими? А ты сделал в виде видеоролика? Или ты сделал в том числе и тех твой вариант? Я думаю, ты можешь выложить где-нибудь типа на стиме. В стиме. Там же ведь люди смотрят. И Лукасы там будем ставить. На гайды твои. А к этим текстовым гайдам ты прикрепишь ссылки, ну типа на видео гайды, если у тебя в видео формате. Вот. Смотри, точно. Короче, придумал способ раскрутки. Ты делаешь текстовый вариант своих гайдов на стиме. Выкладываешь в официальную страницу ExoTanks на стиме. И ставишь туда ссылку. Мы все туда заходим, всем чатикам ставим Лукасы. Эти гайды повышаются в топе. И к тебе, короче, трафик генерируется. Как тебе? Вот, Кими, на Геннадии гений. Только, смотрите, чатик, давайте договариваться. Мы все потом пойдем смотреть... Мы все потом пойдем смотреть и кидать Лукасы гайдикам. И будем, короче, этот трафик нагонять. Чё бы нет. Я пойду... Вот иллюзия сразу пойдет. Лукасы ставит. Я тоже пойду. Я прям обещаю, что поставлю Лукасы все. А может быть, друзей позову каких-нибудь. Так, внешний вид меня мало интересует, но не учитывая старика. При взломе не идет стрельбы, хотя вся остальная техника использует для своей способности пулькает. Да, смотри, но при этом вся остальная техника, которая использует свои способности, у них же ведь ты нажал, и как бы способность идет, да? Вот, а получается, у старика ты вот нажал и держишь. По сути, у тебя происходит каст, знаешь, ты, вот, допустим, ты колдун, ты волшебник. Вот, ты, допустим, Гарри Поттер, ты такой Алахамора, и у тебя раз произошел эффект, да? А если ты, допустим, Вингардиум Левиоса кастуешь и держишь рукой, да, вот, кастуешь рукой твой против часовой стрелки, крутишь, 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 либо крутишь, знаешь, влево-вправо. Ну, я просто, знаешь, по своей, по своему опыту игры в пятую часть Гарри Поттера говорю, да, вот.
И то же самое со способностью у киборга. Дело в том, что чтобы способность до конца сработала, у нее должна пройти анимация. Вот. Какого цвета изначально был костюм Деда Мороза? Так вот, ответ зеленый был. Угу. Я, блин, хотел пошутить, зеленый балл. Оказывается, был бы правильный ответ. Ну да. Да-да-да. Профукал Камазик свое счастье. Счастье. Я думаю, что у Камазика в жизни счастья очень много. Я почему-то в этом уверен. Что КамАЗ по жизни счастливый человек. Да и вот, на этот танк обзор не делал, на котором ты сейчас гоняешь. А, на механика нет? О, Кайс, смотрите. Кайс, давай так, Кими. Ты выкладывай свои обзоры в текстовом виде в Steam. Да? Он спросил у Иллюзи, где этот Steam находится. Мы потом все вместе идем чатиком на следующем стриме, да? Ты нам скажешь, мы пойдем туда, короче, Лука составить. Вот. Ты прямо даже, я думаю, ссылочку, если разрешат, да? Я не помню, какие правила у нас. Может быть, если Иллюзия разрешит один раз, разочек, да? Больше не будем, да? А вот разочек разрешит вот эти ссылочки на твои гадики в Steam, то мы все пройдем, перейдем по этим ссылочкам и поставим Лукасы. Вот. Ну что ж, дамы и господа. Нет, давайте я хотя бы одну выиграю. Я буду играть до тех пор, пока что не выиграю. Возьмем киборга. Все, буду на киборге. Мне очень нравится то, что периодически нас смешивает игра. То есть вот этот Венамо Сизет, он был против меня, потом теперь за меня, потом снова против меня. Скерд за меня, против меня. Это прям прикольно. Официальные ссылки обычно разрешены. Да так и делаю. Шторм хороший танк. Ты главное, Шторма всем рекомендуй. Кто ток игру придет, это тут модно. Модно. Ну, на Шторме играть модно, согласен. И Папа Сталин, и Мистер Билл подтвердят. Я люблю Шторма. И Иллюзия тоже любит Шторма. Но сейчас конкретно на Шторме я не играю на стриме вот в данный момент, потому что мне нужно выиграть. Мне нужно выиграть на на техниках. Что-то не получается выиграть. На, таран. Все, затаранил, убил. Вот это я красавчик. Нерв Шторма. Ну вот опять же, я не согласен. Вот я как был с тобой не согласен все время, всегда мойсь. Я и продолжаю быть не согласным. Что вот у Шторма урон очень фиксированный, он очень ограниченный. Если ты хотя бы один раз, играя со Штормом, прячешься от одного залпа, он тебя не убьет. А мне после Штормика Страж понравился. Страж тоже крутой танк. Мой самый... Я... Нет, я бы тоже высказал про свой любимый топ танков, но сейчас... Конкретно в данную эпоху, в последнее время, мне очень нравится играть на этом клинке. Ну, если тебе нормально 300 урона получать, то ок. Я думаю, что с ультимейта клинка ты получаешь примерно же столько урона. Если чуть-чуть меньше, да, вот может быть там 250. Вот. А потом еще и невозможно убить. И догнать его. Не, догнать-то его можно, потому что у него вот это ускорение, вроде кулдаун маленький. Я сейчас нажал ускорение. Не, совсем не ускорение, я нажал, какую-то другую ерунду сделал. О, нет, неадекватно ездит на ускоре. Ща. Быстрее, чем Дивер и Теслы. Но тут, короче, я уверен, нужно делать... Смотри, тебе, Мойс, нужно сделать гайд на Шторма. Если он настолько силен, то нужно его юзать. Подождите, у меня сейчас стрельнули. Я стою. Стрельнули от слова выстрел. Выстрел. Хорош, Геннадий. Молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Блин, союзники до сих пор не шарят. То, что виртуализацию стрелять нельзя.
что если бы КамАЗ был бы рядом, он бы им в чате бы объяснил. Но на самом деле, с другой стороны, я сейчас играю с новичками, но у меня, ну типа, настроение реально поднимается. Потому что я вижу вот то, что они творят. И это прикольно. Они как бы изучают игру, я сам себе вспоминаю в самые лучшие свои годы. Как сказать годы? Месяцы, наверное. Начал играть в игру где-то с апреля, по-моему. Либо с апреля, либо с мая я начал играть в игру. Вот. Поэтому... Так, скерт. Смотрите, мои союзнички какие молодцы, какие молодцы, что они там вытворяют. Меня просто сейвит. Я сейчас пойду отхилюсь. В этом режиме, господа, супер важно хилиться. Вот если в других режимах я все время говорю, ну зачем мне хилиться, я лучше умру, да? Я лучше сдохну здесь и сейчас, чтобы резнуться быстрее. Чем быстрее умру, тем быстрее резнусь. Да, она здесь такое не прокатит. Здесь каждая жизнь, она на вес золота. Все. Вот он мой дружочек, сейчас пирожочек в, это, в этого будет стрелять. Спадим. Я, кстати, тоже сейчас стрелял, но я думал, что у меня закончится вот эта способность гораздо раньше. Вот эта вот способность Venoms, она себя, получается, тоже, вот этот Bubble тоже с себя снимает, даже наведение вот это мое. Мой вариант нерф — это уменьшение скорости с ускорением, увеличение КД, умение быстрой перезарядки. А на сколько секунд, как ты думаешь? Ну вот, уменьшение скорости с ускорения, ну, в принципе, может быть, да? Потому что, ну, типа, танк... Силен не за счет ускорения, а вот увеличение КД, умение быстрой перезарядки. Насколько? На сколько секунд там? Какое ты предлагаешь значение? Вот дьявол нерфали, но там надо было умение играть. А тут нифига тупо на 300 раздал. Скорости смерти. Смотрите, мы по сути, а вот он, короче, нужно сейчас отлавливать 10 минимум, добавить 10 секунд, ты хочешь сказать, что ли, добавить 10 секунд к скорости перезарядки, быстрой перезарядки, то есть получается перезарядка совсем не быстрая, да, когда это большой. Ну, интересная мысль, я не знаю. Но мне, я все равно считаю, что он балансный. Балансный. Тут надо думать. Так. Вот где-то этот танк меня будет, короче, меня свои нехорошести отправлять, стрелять. Все зависит от того, кто сейчас победит. Тот, кто сейчас кого убьет, тот молодец. Вот вы вдвоем, конечно, молодцы. Заехали ко мне сейчас своей нехорошести включать. Надо, чтобы мистер Зардан мне помог. Давай, давай, убивать его. Я держу его в кибератаке. Кибератаке держу. Давай стрелять. Стреляй в заднюю часть корпуса, братан. В заднюю часть корпуса стреляй. Ох, у меня совсем закончилось. Так, и этого мы тоже сейчас развалим. Этого мы сейчас с тобой развалим. У меня кулдаун способность скоро пройдет, и мы убьем. Ох, хорошо сыграл Venomosizet. Так, пока что два
вражеских танка у нас стоят. Наши два захватывают точку. Мы, кстати, должны выигрывать сейчас. Я думаю, что мы выиграем. О, наконец-то! Это будет первая победа на технике за сегодняшний день. Неужели сейчас выиграем? Отлично. Хотел сегодня выиграть 5 игр на технике. В итоге получается, что только одна. Ну что ж. Я думаю, что уже по времени стрим подходит к концу. Хочу... такой вопрос, Янина. Есть ли еще какой-нибудь последний вопрос, который можно задать чатику? Или все вопросики уже были заданы? Если все заданы, то мы можем перенести вопросики, часть вопросов на следующий стрим. Смотрите, вот у меня 4 из 8 выполнено. Да. Давайте так. Я стартану последнюю ластецкую. Гляну. Если есть такой вопрос, один, да, то мы зададим чатику и попробуем на него ответить. Если вопросиков не будет, то пойдем потом спать. Игра нашлась. Мне нравится, что теперь она находится быстро. Игра. Это прям очень круто. Много новой крови. Так, мистер Скерт. Давайте возьмем еще раз киберга. Динар Сабитов. Даст. У нас два танк-штурмовика. У врагов тоже два танка-штурмовика. У них два танка. Два танка. Нет. Все верно, все верно. У врагов два танка защитника, у нас два танка защитника. У врагов один танк техник, у нас один танк техник. Каса Кинер, это, я так смотрю, тоже молодой игрок. Первый уровень. Молодой игрок. Первый уровень. Так, сейчас стартанем. 11 секунд, и мы стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. А я опять тебя ревную. Также будем играть. Будем побольше возвращаться домой, хилиться. И ждать врагов возле своей базы. Потому что если подъезжать к вражеской базе, то там мест хила гораздо меньше. Сейчас посмотрим. Кто-то тут есть, да? Кто-то по-любому есть. Кто-то здесь прячется. Так, вот он, молодой человек. Молодой. Сразу видно, что молодость в нем, знаете, так и струится молодость, потому что один приехал. Зардас. Меня практически убили. Пойду отхилюсь. Не, сначала помогу. Вот его, допустим, вот этого танк мы отключим, вот этот дальний. А этот танк будем обстреливать. И когда хп станет совсем мало, пойдем отхилимся. Отлично. Пойдем теперь вот этот танк Скерт. Вот этого танка моего, да, киборга, прямо чувствую, что не хватает запаса, чтобы хорошо стрелять, не хватает слишком быстро заканчиваются все мои выстрелы. Объема магазина не хватает. Левелап, ну, генератор помех взял.
Сейчас, как только здесь апнется вот это вот место, обновиться, пойду забирать броню. Так, броня есть, вроде появляется. Поехали забирать и будем атаковать. Угу. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Когда Кими закончит с переносом текстовых своих гайдов на Steam, пойдем всем чатикам в следующем стриме, скорее всего, смотреть, лайкать. Зардос. Убили одну. Смотрите, мне кажется, что мы прям побеждаем, да? Мы прям не умираем. У нас вроде все окей. Я вот даже кнопки нажимаю хорошо. Так. Так, убили мы Жозефин, да? Нет, это был не Жозефин. Мистер Амадеус, по-моему, килл сделал. Так, вот этого мы сейчас отправим в спячку. И хорошо. Сейчас подождите, мне нужно на секундочку отабнуться. Прямо на секундочку. Ага. Все, я тут. Левел я апнул. Хорошо. Very good. Слушай, Мойс, если ты, кстати, свою идею-то с гайдами, ну, типа, она у тебя осталось, да? Ты же можешь, знаешь, с чего начать-то? Давай ты тоже сделаешь гайды, но только свои собственные, да? То есть Кими напишет в Стиме, ты тоже напишешь. То есть пока что ты, если не умеешь делать графику и видео, да? Вот ты напиши текстовый вариант. И мы будем, ну, типа, смотреть текстовый там твой. Ты во-первых, потестишь, потренируешься, мы фидбэк напишем, да? Вот кто-нибудь из наших постоянных зрителей. Ты, может быть, там посмотришь на свой на этот вопрос с другой стороны. Ты можешь там, знаешь, сделать сравнительную характеристику в виде таблички. Это было бы прям круто. А потом, когда появится возможность либо желание сделать видеоролик, ты просто перенесешь тот текст, который ты сделал, добавишь к этому тексту видеоряд, и вот тебе же готовый видеоролик. Как тебе такая идея? Мне кажется, прям супер классно. Текстовый гайд — это не то. Да, я понимаю, конечно, не то. Характеристику бы сделал, если бы ее вернули. Угу. Нет, ну это да, конечно. Я помню, я знаю, понимаю, о какой характеристике ты говоришь, но ты можешь сделать характеристику, ну, не по тем числовым данным, да, которые были в игре давно, а по своим, ну, типа, субъективным ощущениям, да? Вот, допустим, этот танк, он более подходит для новичков, да, а этот менее подходит. И сделать, ну, типа, чек-лист. Ну, типа, если вы молодой игрок, заходите, берите шторма, к примеру, да? Шторм, ну, несложный в исполнении игрок, да? А вот если вы берете там клинка, то, смотрите, будьте осторожны. Вот ты можешь распределить их по степени простоты использования, да? Об этом же в игре, ну, типа, никто никогда не писал. И в игре этих числовых данных нет. Ты можешь эти числовые данные, получается, сам создать. Да, вот, например, раз, да? Ты можешь сделать сравнительную характеристику по какой-нибудь еще дополнительной субъективной характеристике, которую сам создашь. Вот, допустим, этот танк наиболее подходит для роли суперсаппорта, да? Берите шторма, опасно для жизни. Ну, и либо так. Наиболее... Ага, смотри. Короче, это 100% тема.
ты можешь, типа, сказать самые бесячие танки. Да, вот, вот, вот такой танк. Если вы будете брать бесящие танки, скорее всего, ваш враг рано или поздно сгорит, и вы победите игру очень быстро, к примеру. Как тебе? Такого рода ролики ты обычно смотришь на Ютубе, ну, когда, типа, ютубер, он, ну, не особо хочет, да? Не особо хочет заниматься цифровыми, значит, числовыми вычислениями, но он хочет сделать контент. Ну, может, так попробовать. Я хочу на штормов. Ну, вот. И, типа, напишешь, что, ну, вы будете максимально... Кстати, 3.14. У меня, кстати, у меня КДА число Пи. 3.14. 3.14. Ну что ж, дамы и господа, это была ластецкая катка на сегодня. Мы выиграли всего лишь 2 игры, осталось еще 3. Надеюсь, что на следующем стриме мы все-таки сможем выполнить это тяжелое. Оно действительно тяжелое ежедневное задание. Ну, максимально тяжелое, серьезно. Вот. Поэтому, что хочу сказать. Мы сегодня провели очень интересный стрим. Нам задавали вопросики, а именно Иллюзия позадавала вопросики. Нам также сегодня админ Exotens рассказал, что после стрима выкатится обновление, которое должно улучшить графику, да, и уменьшить количество вылетов из игры. Это очень важно, обязательно скачивайте, да, вот. Речь идет о том, что вот Лигус, да, вот у него все время какие-то проблемы, скачивай, пожалуйста, Лигус. Вот, сегодня, опять же, большое количество праздников, начиная от Дня фермера в Индии и заканчивая там опачки. Вот, кстати, уже обновление и уже пошло. Давайте-ка я вам картиночку красивую. Ой, картиночку красивую. Запущу, да? Вот, кстати, пошла картиночка? Объясните мне. Все, картиночка вроде пошла. А голос-то не пошел. Ну вот, смотрите, что хочу сказать. Всем спасибо, другие, дорогие мои, да? Кликбейтом тоже не хочу заниматься. Ну, как хочешь, Мойс, это твое право. Как ты желаешь, так и занимайся. Это мое дело предложить. Сам смотри. Вот, всем спасибо. Всем хорошего вечера. Идите отдыхайте. Жду вас в пятницу в это же время, в 19.00. Пятницу будет официально по европейским канонам, я так понимаю, Рождество, 25 число. Будет интересно, приходите, всех жду, всем чмоки, всем пока. Goodbye.